Сегодня у нас на Тенерифе немножко пасмурно, но дождя нет. Висят темные облака, но периодически выглядывает солнце. И с этой стороны, как вы видите, над морем все идеально. Здесь вот очень красиво, вот эта скала.
Тут этот столб еще столбее. Ну ничего, обойдется. Икебану можно снять, видишь? Новая икебана. У нас тут прям полный рост. Let's go. Сейчас здесь. Вот, обрати внимание, видишь, пленочка. Да-да, но это не очень прекрасно, посмотри. Это не пленка, это ткань. Да. Такая корыстная. Ну-ну-ну-ну. Сейчас яхта приплывет. Хорошо, сейчас освещена, и видно отсюда, ее прямо видно, что там нам падает. Вот оттуда можно с площадки дрона спуститься. Ровно совершенно поверхность и закат снимать. Это вообще тени тенями, но гора бесподобная. Берег – это просто что-то. Посмотри. Он просто весь предельно ясен. Да. До самого Лос-Америкаса сейчас все очень хорошо видно. Черные тучи. А там ясное небо. Вот так всегда на Тенерифе. Тут черные тучи, а там ясное небо. Сейчас мы идем на пляж. Вот бугенвилля на дорожке. Рядом с дорожкой. Давай. И мы сейчас идем прямо на солнце.
Может быть, здесь уже и на пляже есть тень? Так, все, поползем на пляж. Ну да, здесь солнца нет, может там он под там под кустом сидит. Я так, наверное, не знаю, где тут можно. Да. Это такой дикий пляж. Здесь и камни. Ну, пляж такой, да. Вот это шо на пляже. Это у нас тут как-то не... Тут как-то не... Это плавает в воде. Не все хорошо тут что-то такое у них. Поэтому на этом пляже что-то я людей особенно не вижу. Да, похоже, что тут не экологично. Да, ну вон там подальше, может быть. А то я же должна где-то искупаться все-таки. Ну здесь тоже. Да. Поэтому я думаю, это диски пляж такой. Да. Здесь нудистский пляж? Для бабушек. Нудистский пляж для бабушек. А вот здесь вот видишь, уже людей побольше. Ну а куда им девать? Да. Они живут на Фанабе. В этих... четырех-пятизвездочных отелях, вот в этих, им надо где-то купаться, бедняжка. А время уже сколько у нас сейчас? 6, наверное? Да, 5. Это надо? 5:50, а мы еще только идем на пляж. Как это? Мы идем купаться. Да что? Да. В ресторане готовимся есть паэлью по рекомендации канала Dream and Travel. Привет, ребята! Ну, как бы не догадались бы. Сейчас вот венца выпьем. Паэлью съедим. Паэлью съедим. Да, пришли на ужин. А такие красивые виды здесь сделаны на стеночках. Это неизвестно никому. Это обои, да. Сейчас нам принесут паэлью, будем есть. Ура! Грация! Сейчас будем есть. Грация! Супер! Супер блюдо! Да, по-моему, они тоже такое ели. Да? Угу. Так, а я сама. Одну креветочку. Конечно. Одну эту мидию. Одну ракушечку. Одну креветочку и мидию одну. Да. Молодец. Все, достаточно пока. Потом. Немножко вообще. Хорошо. Да.
И не успела. Какая она быстрая, я не успела ее сфоткать. Не, не потолок. Да. Ой, как мы вкусно поели в этом ресторане. Ой-ой-ой. Спасибо, Сережа. Так. Розовые тапки проели. Теперь пойдем. Да. Так, все, мы объелись и идем в сторону дома. Тут кругом рестораны, везде музыка. Вон там один стоит, поет. Рестораны все забиты. Французский. Русские уже убрали. Собаки тоже хотят гулять. Испанцы обожают собак. Кто? Испанцы. Все время везде собаки. Вот я хотел попробовать вот такой. Да, ну пойдем. Сходим. Я думаю, что надо только наклонить. Американский бургер. Но его не видно мне в камеру почему-то. Не знаю. Камера не поймала бургера. Вернее, он там белое пятно от него. Так, все, прогулка закончена. Объелись. Ресторан оказался очень хороший. И эта женщина из Украины очень хорошо готовит. И зовут ее Лена. И зовут ее Лена, да. Да, приходите к Лене, и она кормит борщом. Мы к ней обещали прийти на борщ. Так что в следующий раз мы к ней идем на борщ. Народу везде очень много. А вот там внизу меньше народу. Да, внизу меньше народу, да. А здесь просто, ну, все засижено. Ну, куда они так уселись-то все плотно? Тут что, медом намазано? Обмазано, все обмазано. У Лены вкуснее. Да, но все равно есть-то хочется. Конечно. А можно тогда сделать и там, который будет? Ну все, пошли.